Здравствуйте, в эфире выпуск новостей. В студии Александра Роднина. Одесситы поднимаются в свои квартиры в лифтах, залитых водой. Во дворах утопают в грязи и страдают от паводков даже после незначительных осадков. Жильцы аварийного дома по адресу 25-я Чапаевская дивизия 3А не в силах заставить коммунальщиков выполнять свои прямые обязанности. Привлекли к решению своих проблем депутата городского совета Олега Елисеева. Горожане рассказывают, что их дом 76-го года рождения. Вроде не столь уж стар, но за этот период он порядком, как говорится, поизносился. В отвратительном состоянии ливневая канализация. После дождя не только дорога полностью затапливается, вода попадает в парадный и в подвал. В результате фундамент дома сильно просел. Как дождь пройдет, все не в подвал, а идет в парадную, понимаете? Потом вызываем слесаря, слесарь приходит, люк открывает, и это уже вода плюхает туда. Здесь, когда идет дождь или снег, мы еле выходим с парадной, а вторая парадная, им хоть лодку подавай, они не могут выходить. Первое, что мы видим, это совершенно невменяемом состоянии ливневую канализацию. Важно, что все эти осадки уходят в подвал. Затапливая подвал этого дома, в результате дом дал очень сильную осадку. Критическая ситуация и с освещением у подъездов. Отсутствует освещение, и бывают ситуации, когда там спит бомж или собака, заходишь, а там темно и страшно. Такая ситуация, с сожалением констатировал на встрече Олег Елисеев, со многими дворами в Одессе. В большей части обращений, продолжает депутат, присутствует и эта проблема, характерная для многоквартирных домов и внутриквартального освещения в спальных районах города. То же самое. Внутриквартальное освещение, и этот двор не является исключением. Здесь точно так же отсутствует свет, а иногда он включается, как говорят жильцы, горит 3 часа, и больше его не видит на год никто. Жильцы дома отмечают, что неоднократно обращались за помощью в ЖЭК, но коммунальщики молчат. Поэтому, уставшие от бесчисленных просьб одесситы, в надежде на результат решили прибегнуть к депутатскому содействию. Надежда на то, чтобы он помог убрать вот это болото. Навести порядок вокруг дома. Я думаю, что поможет. Будем работать и подключаться в этом вопросе и разбираться, кто и почему нарушает свои должностные инструкции и почему вовремя нет реакции на обращение жителей. Одесситы показывают депутату, в каких опасных условиях они живут. Заходим в подъезд, видим разруху, стены с отвалившимися кусками штукатурки. В первую очередь ремонт парадный. Лифт, чтоб работал, вот эти козырьки, чтоб не текли, вот у входа в парадную. Они вообще вот поставили столб, а то было опасно даже заходить. Первый этаж, это невозможно зайти, там все обвалено, и никто ничего не делает, не убирает. Но провода это тут, видите, нам даже не поменяли счетчики. На верхних этажах зрелище не менее впечатляющее. Правда, опять же, со знаком минус. Здесь протекающая крыша. Лежим на кровати, капает просто с люстры вода. Обои все поотставали и в коридоре, и в зале. Как ни печально, для одесситов это уже не первый случай, когда, не найдя понимания у коммунальщиков, оплачиваемых из бюджета, наполняемого совместными усилиями горожан, люди ищут сторонней помощи. К депутату Олегу Елисееву избиратели идут как к последней надежде. Так было и во время снегопада, так случилось и на этот раз. Люди уверены, депутат Елисеев – тот редкий случай, когда человек пришел в горсовет для решения насущных проблем и реальной поддержки горожан. На улице 8 марта в Суворовском районе Одессы за неделю практически ничего не изменилось. Годами игнорированные властями города проблемы местных жителей с каждым днем получают все более яркую окраску. Подробности в нашем репортаже. Неделю назад жители улицы 8 марта обратились в редакцию «Града» с просьбой о помощи. Речь шла о заливании так называемого румынского канала, который выходит на поля орошения и фекальных озерах на улице. Горожане гостеприимно приглашали ответственных чиновников на обзорную экскурсию по 8 марта, чтобы те своими глазами увидели масштабы бедствия и осознали, в каких условиях живут жители поселка Большевик. Отдельное приглашение жители улицы передавали городскому главе Алексею Костусеву и председателю Одесской облгосадминистрации Эдуарду Матвейчуку. Приглашение по сей день осталось непринятым. А одесситы, соседствующие с Живаховой горой, обеспокоились еще одной проблемой – активизацией оползней. В 2010 году проводившая геодезические исследования комиссия от Горуправления инженерной защиты и развития побережья установила, что необходимо выполнить земляные работы по вызову сползшего грунта и провести строительство против
противооползневых сооружений. Следуя указаниям специалистов, люди оказались в неразрешимой ситуации. Из-под толщи грунта открылись родники. В 2011 году мы сами, как нам тут по письму сказали, начали вывозить оползший грунт. После чего на следующий день открылись родники, которые начали подтапливать наш дом. Дом дал осадку. Мы обращались 3 раза в департамент по приему граждан Костусева. 1 раз были приглашены к Крыловскому Анатолию, который обещал на следующий день приехать сам лично посмотреть, разобраться, в инженерную защиту подъехать. Ну, естественно, никого не было. Надо решать проблему комплексно, уверены одесситы. Но чиновники их точку зрения, похоже, не разделяют. И если грунт люди могут вывести сами, возводить противооползневые сооружения за собственный счет им просто не по карману. Жители сотен домов, соседствующих с Живаховой горой, опасаются, что ежедневно рискуют быть заживо погребенными. Екатерина Сухомлинова живет тут более 40 лет. Темпы, с которыми гора наползает на ее дом, женщину пугают. Во-первых, строение же ползет, все рушится, вся плитка пооблетала. А вот в связи с этой водой, наверное, оно будет все усложняться, я так думаю. Поэтому нужно какие-то меры принимать. Меры предпринимать нужно уже вчера, но даже откачивать воду с затопленной улицы коммунальщики начали только после вмешательства телевидения. До этого, говорят люди, все обращения в ЖЭК и другие учреждения были тщетны. Благодаря вашей телекомпании, спасибо вам, потому что вы обратили на нас внимание и как-то помогли нам, потому что мы вообще не могли ни зайти во двор, ни зайти в помещение. У меня в подвале было 0,5 метра воды. Я вообще, никакие сапоги мне не помогали. Никакие сапоги не помогают не только Олимпиаде «Ватан». У многих жителей улицы с праздничным названием в подвалах домов до сих пор отнюдь не сухо и комфортно. Кстати, и лужа, откачкой которой принудительно озаботились коммунальщики после освещения проблемы в СМИ, на том же месте. Изменилась лишь ее глубина. Дело в том, что уровень на первую ступеньку полностью закрывает первую ступеньку воды. И вот подпорки уже подгнили, железные подпорки попадали. Ситуация на сегодня складывается следующим образом. Одни жители боятся, что их в любую минуту накроет Живахова гора, другие не знают, как побороть водные напасти. Местные жители говорят, спасти их может только проведение комплексных работ, восстановление дренажной системы и укрепление Живаховой горы. Но все эти мероприятия без участия городских властей и адресного финансирования просто невозможны. Поэтому, настаивают горожане, их предложения остаются в силе. В любое время дня и даже ночи они готовы принять делегацию компетентных специалистов во главе с мэром и председателем областной госадминистрации. В наших выпусках мы неоднократно рассказывали о том, к каким последствиям для Черного моря и побережья Одессы привела засыпка песка в 2007 году. Игнорирование последовательности шагов по восстановлению берегозащиты привело к вымыванию насыпи вплоть до подпорной стены, а также к значительному сокращению популяций живых организмов, очищающих морскую воду. Предотвратить нежелательную тенденцию могут искусственные рифы, уверены ученые. Об эксперименте по созданию рифов и о трудностях его внедрения подробнее в репортаже Ольги Целоусовой. Ученые говорят, акция «Песок-2007» нанесла непоправимый ущерб. Живые организмы, очищавшие до 200 тонн воды в сутки, оказались захороненными под толщей песка. Мидии на сегодняшний день являются самыми активными фильтраторами. То есть это те организмы, которые в максимальной степени способствуют самоочищению моря. Поэтому если сохранятся те тенденции, которые мы наблюдаем последние 5 лет, то мы можем констатировать снижение естественного потенциала моря. За последние 5 лет численность мидий сократилась в несколько раз. К такому выводу пришли гидробиологи и экологи, изучив состояние морского дна и прибрежных вод вблизи Одессы. Была произведена отсыпка песка. И этот песок до сегодняшнего дня сократил очень резко количество поверхности твердых субстратов, то есть поверхности, на которых способна прикрепиться мидия и выполнять свои самоочистительные функции. Поэтому чем больше мы искусственным
образом создадим этой поверхности, тем быстрее мы вернем морю самоочистительный эффект. Искусственные рифы – единственный способ увеличить в Черном море количество живых организмов, выполняющих очистительные функции, уверены ученые. Это поверхности, которые являются твердыми, как известняк коралловых рифов. И эти поверхности могут быть покрыты различными животными и растениями, которые прикрепляются к этим поверхностям и, возвышаясь над дном, оказываются в лучших условиях, чем те организмы, которые живут на дне. По крайней мере, для них не угрожает дефицит кислорода. И, будучи поднятыми над грунтом, они способны пропускать через себя ту воду, которая их обтекает. Таким образом, говорят специалисты, мидии и другие подводные жители смогут с предельной эффективностью фильтровать воду. Для создания искусственных рифов как основного инструмента самоочищения и улучшения экологической ситуации в Черном море Евросоюз выделил Украине грант, которым и был профинансирован эксперимент. Его окончание запланировано на 2014 год. За это время рифы должны быть заселены, а ученые должны отследить эффективность каждого образца. Но не все так просто. Мы договорились этих конструкциях, их должна изготовить Болгария. Но для того, чтобы мы установили у себя в Украине эти конструкции, нужны законодательные акты. Как оказалось, сетует представитель науки, в нашей стране, как и в большинстве других государств, отсутствует нормативно-правовая база, разрешающая строительство искусственных рифов. Ни одна страна, в том числе и Украина, не имеет законодательства, которое бы позволило нам установить эти рифы. Вот сегодня идет эксперимент, и мы боимся, что он может окончиться ничем. Хотя если мы изменим законодательство или включим статьи, по которым мы имеем право устанавливать рифы, это будет, наверное, главным достижением этого проекта. По словам ученых, законодатели опасаются, что под видом рифов под водой будут просто-напросто утилизированы различные бытовые отходы. В Соединенных Штатах Америки устройство рифов, это что такое устройство рифов? Это попытка искусственные субстраты погрузить в воду. Это было использовано многими организациями для искусственного захоронения отходов. Потому что сбрасывали машины, троллейбусы, автопокрышки. Борис Александров говорит, для того, чтобы избежать нарушений, и нужны законодательные акты. Но без продолжения эксперимента, продолжают ученые, будет еще хуже. И обращаются с официальным письмом Министерства по охране окружающей среды с просьбой разрешить установку рифов. Я переживаю за то, чтобы не забюрократили саму процедуру. Потому что срок проекта заканчивается, я сказал, через полтора года, и нам для того, чтобы убедиться, что эти рифы эффективны, надо минимум год. То есть считайте, у нас всего осталось полгода для того, чтобы мы получили разрешение, привезли рифы, установили. Ученые надеются, что все же получат разрешительные документы в ближайшее время и приступят к основному этапу эксперимента. Они не устают повторять, без искусственных рифов ситуация в Черном море с каждым годом будет все плачевней. А количество главных очистителей воды мидий только уменьшаться. Это может привести к тому, говорят специалисты, что еще через пару лет можно будет забыть не только о традиционной ловле лакомых моллюсков, но и вообще о купании в море. Подтопление населенных пунктов, авария и пожар. Такие учебные операции отработали сотрудники службы МЧС в Арцизском районе. Первым заданием, с которым пришлось бороться спасателям, стала разбушевавшаяся природная стихия. А именно подтопление населенных пунктов, в том числе и города Арциз. По легенде, около 8 часов утра гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщил всем службам о штормовом предупреждении в Одесской области. По задумке организаторов учений, уровни воды в реке Дунай достигли критических отметок. Чтобы препятствовать наводнению, спасатели создали штаб по ликвидации стихийного бедствия и определили первоочередные действия по борьбе с последствиями стихии. Наши районные службы, в том числе МЧСники, работали четко, соблюдали все нормативы и фактически во всех трех ситуациях показывали неплохие результаты. При столкновении поезда с пассажирским автобусом на железнодорожном переезде, по легенде, перевернулись три вагона, порвались линии электропередач, пострадали люди. А в конце учений спасателям пришлось тушить пожар площадью 400 квадратных метров на Арцизском хлебоприемном предприятии. При укрощении огня были задействованы 4 единицы техники. Не хватало
пожарных автомашин и других средств тушения по предложению начальника отдела службы были привлечены в учебных целях, конечно, подразделение Белгород-Днестровского, и практически мы справились с поставленной задачей. В результате отработки учения «Пожар» сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям из опасной зоны спасли 3 пострадавших. В Николаевском районе Одесской области волки напали на отару овец. Хищники забрались в загон и уничтожили все стадо, более 20 животных. Теперь жители опасаются, что от нападения волков могут пострадать и другие домашние питомцы. Волки порезали там 22 овцы в районе села Стрюково, где-то в том районе. Угу. Потом это было в среду. Они проводили вот же охоту по ним, добыли 2 головы, добыли. И, наверное, будем проводить дальше. Волк попадает так, как ему проще. Дикое животное ему тяжело догнать и поймать. А домашний он вот, подкрались, да и задавили, что тут. Волк же, он, понимаешь, ему надо бегать за этим диким животным, не факт, что он его еще поймает. Местные власти обещают принять меры и в ближайшее время собрать охотников для того, чтобы устроить облаву на волков. По словам специалистов, в последнее время численность этих животных существенно возросла из-за того, что добывают их теперь только в сезон охоты на пушного зверя, а не круглый год, как это было раньше. Поэтому волки появились даже в южных районах области, где их ранее никогда не было. За последние годы поголовье волков увеличилось в разы, они сбиваются в стаи и представляют опасность для домашних животных и людей. Численность этих хищников, говорят специалисты, обязательно нужно регулировать. В Одессе сотрудники милиции задержали иностранца, который опустошал карманы одесситов. 38-летний гражданин иностранного государства устанавливал на банкоматы самодельные устройства, считывающие конфиденциальную информацию с кредитных карточек горожан. Управление по борьбе с киберпреступностью ГУМВД Украины в Одесской области поступила информация о том, что на банкомате одного из банков города Одессы установлено самодельное устройство для считывания информации с банкомата. При выезде по указанному адресу в момент демонтажа данного устройства был задержан гражданин иностранного государства, который по имеющейся информации входит в преступную группу, совершавшую аналогичные преступления на территории Украины. На данный момент подозреваемый задержан в порядке статьи 98 УПК Украины. По данному факту открыто досудебное производство. В милицию обратилась директор одного из коммерческих банков, которая сообщила, что с карточных счетов клиентов банка были незаконно сняты деньги. При осмотре банкоматов на одном из них оперативники обнаружили устройство для видеофиксации ввода пин-кода и устройство для считывания персональной информации с магнитной полосы персональной банковской карты клиента. Подозреваемого задержали, как говорится, на горячем. Во время установки такого устройства на один из банкоматов в самом центре города. У задержанного сотрудники милиции изъяли вещественные доказательства. Самодельное устройство для считывания информации с платежных карт. Кроме того, установлено, что задержанный является членом преступной группировки, в которую кроме него входят еще 4 граждан того же государства. Они совершали аналогичные преступления как в Украине, так и на территории других государств СНГ. 38-летний иностранец задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Милиция разыскивает других участников ОПГ. 2 человека погибли в Одессе в огне пожаров. На улице 6 загорелось деревянное перекрытие гаража. Мужчина, который там находился в это время, получил серьезные ожоги и позже умер в больнице. Полностью сгорел автомобиль «Москвич». Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. А на улице Среднефонтанской пожар возник в квартире 4-этажного жилого дома. Спасатели потушили огонь и нашли в квартире тело погибшей женщины. Причины пожара пока неизвестны. Личность женщины также устанавливается. Еще одна смерть зафиксирована в Киевском районе. С балкона 5-го этажа жилого дома на улице Левитана выпрыгнул молодой парень. Предсмертные записки сотрудники милиции не нашли. По словам соседей, возможно, поступок 24-летнего одессита связан с тем, что в его жизни произошли трагические события, смерть близких людей. Недавно он потерял жену, а на днях скончалась его мать. А в области напротив мать лишила жизни своего ребенка. Дикий случай произошел на днях в городе Ананьев. Один из жителей возле мусорной свалки нашел труп на новорожденного, объеденный бродячими собаками. Как выяснилось, младенца выбросила мать. По ее словам, малыш родился мертвым. Это предстоит подтвердить или опровергнуть следователям и судмедэкспертам. 21 февраля в дежурную часть Ананьевского райотдела милиции поступило сообщение о том, что
на мусорнике на окраине города был выявлен труп новорожденного ребенка, который разорвали собаки. На место выехала следственно-оперативная группа. В результате проведенной работы была установлена женщина, которая родила данного ребенка у себя дома по месту жительства, жительница города Нанева, 1986 года рождения. Как утверждает женщина, ребенок родился без признаков жизни. Молодая мама, никому не сообщив о родах, положила тело ребенка в несколько пакетов и отнесла за город на мусорную свалку. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка». В случае подтверждения факта убийства за такое преступление матери грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет. Проводится досудебное расследование. Женщине назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Милиция города Рени разыскивает частного предпринимателя Иванова Бориса Владимировича, 1954 года рождения, который 21 февраля этого года пропал из своего дома при невыясненных обстоятельствах. Приметы: на вид 50-55 лет, среднего телосложения, волосы седые с залысинами, лоб высокий, глаза зеленые, глубоко посаженные. Кроме того, сотрудники милиции установили, что по месту жительства предпринимателя отсутствует также его автомобиль ВАЗ-2109 красного цвета, госномер 154-29ОЕ, телевизор, ноутбук и охотничье ружье. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего либо вышеперечисленных предметов и вещей, просят сообщить по телефонам в Рени 048-51-415-85-4-12-38-4-14-24 и в Одессе 048-779-40-61-779-42-49, либо обратиться в ближайшее отделение милиции. Любое столкновение с преступным миром оставляет у законопослушного гражданина серьезный след в памяти, а порой и в психике. На минувших выходных в календаре праздничных дат значился Международный день поддержки жертв преступлений. Где искать помощи тем, кто столкнулся с агрессией в отношении себя? После новостей в программе «Тема дня» рассказывают бывшие сотрудники правоохранительных органов, представители общественной организации «Вера, Надежда, Любовь», Татьяна Семикоп и Ольга Костюк. Наши правоохранительные органы, они зачастую работают только с человеком, который совершил преступление. Но в меньшей степени и даже зачастую и не работают с жертвами преступления. Вот почему, допустим, я была на стажировке в Америке. У них в прокуратуре есть целые огромные отделы, которые работают с жертвами преступлений, независимо это изнасилование или другие преступления. Это, в принципе, но даже кража кошелька, психологическая травма. Эти люди оказывают помощь жертвам преступлений. У нас, допустим, наши правоохранительные органы очень загружены. Психологическая служба, есть там по одному психологу, по-моему. Им, дай бог, с преступниками разобраться. В отделе, да. Но этот психолог работает и с сотрудниками, там, и тестирование. И все, и один человек, он не может охватить еще и всех пострадавших. В ночь на воскресенье на перекрестке улиц Мельницкая и Аккордная на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину. Пешеход получил серьезные травмы. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся, ведется розыск. И еще один пешеход серьезно пострадал в Малиновском районе. 23 часа 20 минут в городе Одессе по улице Малиновского в направлении улицы Ефимова двигался легковой автомобиль «Фольксваген» под управлением водителя, который совершил наезд на пешехода, переходившего в проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. Вследствие данного дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесное повреждение и был госпитализирован в больницу. 40-летний мужчина получил серьезную черепно-мозговую травму, перелом ребер и ушибы ног. Всего за выходные дни в регионе зафиксированы 14 ДТП, в которых пострадали 17 человек, в том числе 9 пешеходов. Прокуратура выявила факт незаконного начисления и выплаты пенсии. Как выяснилось, в ходе проверки директор частного предприятия, используя свое служебное положение, изготовил справку о заработной плате для начисления пенсии на свое имя, в которую внес заведомо ложные сведения. Убыток, нанесенный пенсионному фонду, составляет 43 тысячи гривен. Прокуратура оспаривает также незаконное решение Приморского районного суда. Заочным решением этого суда за некой гражданкой признано право собственности на нежилое здание площадью
около 150 квадратных метров, расположенная на Приморском бульваре около Потемкинской лестницы. Прокуратура подала иск в суд о пересмотре данного решения. Из-за тривиальных бытовых проблем, течи крыш и отсутствия отопления Украина может лишиться научного достояния уникальной стеклотеки. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Маяковская стеклотека – это уникальное собрание фотоотпечатков звездного неба на стеклянных пластинах. Основная коллекция, а это около 80 тысяч снимков, была создана непосредственно в обсерватории села Маяки. Но есть также снимки звездного неба Симеиза и Одессы, самым старшим из которых почти 100 лет. Данные, содержащиеся на этих снимках, представляют огромную ценность для науки, утверждает астроном Владимир Кашуба. Постоянно возникают какие-то задачи научные. Вот. На исследование этих пластин десятки научных, сотни научных работ. Вот. Наши астрономы защищали кандидатские диссертации по наблюдениям звезд, которые были сфотографированы с помощью этой нашего астрографа Семикамина. Всего в мире существует более 100 архивов таких фотопластинок. Маяковская стеклотека – одна из самых больших, а точнее третья в мире по количеству снимков. Благодаря содержащимся на пластинках данным, ученые могут рассчитать орбиты движения астероидов и планет, а также изучать объекты с переменным блеском, например, новые и сверхновые. Сегодня эта коллекция погибает из-за отсутствия в помещении отопления и постоянной течи крыши. При нынешнем финансировании украинской науки ее практически невозможно сберечь, считает старший научный сотрудник Одесской обсерватории Юрий Горбанев. А по поводу финансирования у нас принято, что науку нужно финансировать, не только астрономию, есть множество интересных наук, полезных. 1,7% ВВП должно тратиться на науку. Вот просто меньше нельзя. У нас реально на сегодняшний день это 0,3%. Вот можете оценить. Во всех странах мира подобные стеклотеки оцифрованы и занесены в электронные каталоги. Одесские и маяхские астрономы в перспективе тоже надеются на создание компьютерного каталога и статус национального достояния. Но пока астрономы мечтают лишь о физической сохранности этого научного богатства. В Одессе открылась всеукраинская выставка современного искусства. Ее участники – живописцы и скульпторы-модернисты со всех уголков Украины. Молодые парни и девушки, которые жаждут признания своего таланта. Ежи из автомобильных свечей, лягушки из автозапчастей. Арт и фотоколлажи рассматривала Ольга Целоусова. Соцарт, сюрреализм, фотоколлаж, графика, скульптура и многие другие направления современного искусства представлены на авангардной выставке. Contemporary Art – современное искусство, концептуальный взгляд молодого художника на мир и творчество. Одни называют современное искусство китчем и способом заработать, другие – новым веянием и эволюцией высокого. Вы знаете, наше, мне кажется, современное искусство, оно больше переходит в разряд какого-то шоу. А искусство, как искусство, наверное, потихонечку умирает. А может быть, просто это, как сказать, смена, такая как стадии, как эволюция такая. Может быть, это своеобразная эволюция. На вернисаже представлены сотни работ молодых украинских художников и скульпторов. Мастера удивляют, а порой даже шокируют публику. Особое внимание скульптурам, в каждой из которых заложен многослойный смысл. Посвящена гнутым душам, которые остаются после войны. Война проходит, а души людские гнутые везде остаются. Участник авангардной выставки Максим в искусстве всего 3 года. И пока еще не продал ни одной скульптуры, но верит, хиты продаж впереди. Художник совместил воедино 2 любимых дела – творчество и автомобили. Яркий пример тому – скульптура «Ёж-подсвечник». Он сделан из автомобильных свечей. Их порядка 400 штук. Но он вообще не называется не ежик, мы так подумали, он называется подсвечник. А почему не ежик? Он очень похож на ежика. Ну это ежик, но он подсвечник. Угу. Какой-то скрытый смысл в этом всем есть? Он под свечами. Это свечи, он под свечами. Поэтому подсвечник. Игра слов. Люблю автомобили, люблю вообще разные механизмы. И из-за того, что всегда что-то ломалось, что-то оставалось, очень много знакомых занимаются автосервисом, всегда были запчасти какие-то. И, наверное, имея какую-то фантазию, смотришь, видишь,
как-то задевает, и начинаешь соединять это все. Одна из любимых скульптур автора – самая первая, с которой все и началось – лягушка из автозапчастей. Началось все вот с такой старой детской завитушки. Мне ее подарили и сказали, вот что-нибудь сделаешь. У меня почти все работы ассоциируются с какими-то моими знакомыми. Даже знакомые похожи на лягушку. Ну, это, будем так говорить, будем считать, что это девушка, которая мне подарила вот эту завитушку, к примеру. Одессу на выставке представляют выпускники художественной школы имени Кастанди. Живопись одесситки Александры более понятна для широкой публики. И сразу видно, девушка ориентирована в творчестве на старую школу живописи. По словам художницы, молодые украинские живописцы нуждаются в поддержке и понимании публики. Я думаю, уровень очень хороший, но вот публика еще не нашлась, и подача самого искусства, вот это, в общем-то, страдает, потому что художники как были классные, молодые, не только, то есть они остаются, у нас масса талантливых людей в стране, но как его раскрутить, как подать грамотно, чтобы оно было модным, вот, в общем, вот это главная задача. Я попал на праздник. Праздник действительно молодого искусства. Молодых действительно надо любить, уважать, помогать им, подсказывать, рекламировать их, потому что это наше будущее, будущее нашего искусства. Выставка современного искусства в арт-центре Коробчинского будет открыта до середины марта. Я с вами прощаюсь, а далее в выпуске смотрите прогноз погоды. Всего доброго, оставайтесь на нашем канале.